прудик на территории парка с рыбками. Видно рыб? Ага. Он красный тут, он белый. Белка пока не видно. Вон там вот. У нас бы уже выловили с очком. Детки какие-нибудь, любители рыбалки. Домой на сковородку принесли. Жалко хлебушка, мы взяли, в следующий раз пойдем, обязательно возьмем покормить. Сюда же все будем возвращаться за этим. Угу. О, смотри, какие-то. Там наверху сумка лежит, ну что? Ну ничего. Это ж три явиша. А я белую смотрю. Белые вот, три. Большая? Ну вот они большие, три или четыре. Вот сюда. А, вижу. Слушай, как будто кверху пусом. Ага. Они белые-белые. И вот смотри, красный с красными плавает. Красный, да, красный. Три белых. А вот сколько мальков тут вот вдоль. О, да. Мальков море. Это, наверное, эти детки уже, да? Нет. Прикольный парк такой, тишина. Самый главный плюс этого парка для меня, это тут бесплатный туалет. И после пиво пивка, можно пить, никто и с пиво, полиции, да, не забирает. Вон, глянь, объединение с рыбой. Да? А бесплатный туалет, что редкость для европейских стран. Ну просто бесплатно, шикарно чистый. Шикарный, чистый, бесплатный туалет. Да. Вылечки мясные прилетают. Блин, конечно, мы хлебушки не взяли. Пойдем, когда в ресторан зайдем, подкормим.